Если вы думаете, что в Голливуде все живут роскошно и бесконечно богато, вот показываю вам парадное. Ну это мусор, сортинг. Картина тети Кати. Квартира дяди Изи. Домик очень приятный под номером 2. Цветочки. И Голливуд. Правда, не Голливуд, а заменили его на Брашов. Ну, это сегодня. Это фотошоп. Не верьте. Это фотошоп. Да. Вот прекрасный такой приятный город, особенно под горой. Город Брашов в Румынии. Конечно же, никакой не Голливуд. А это его губернатор. Василий Инастасия Цурунфункару. Ну, возможно, я в деталях ошибся. Они только подтвердили мои слова. Ну, конечно, это все в вольном переводе с румынского. Опа, паркари платита. Не сомневаюсь. Кстати, интересный момент. Я замечал, что в Румынии, в отличие от, наверное, большинства европейских городов, ну, просто вот, я, наверное, чуть ли не везде побывал, можно вольно парковаться во многих местах. Где-нибудь в Италии, в Испании еще нужно, там, я за Северную Европу вообще молчу, там просто расстреляют, распнут, по крайней мере, бабки возьмут. Вот. Видел, как ходили эти операторы, которые считывают, сканируют, заплатил ты бабки или нет. А в Румынии полно бесплатных парковочных мест. Даже в Болгарии я видел их, их есть. Ну тут Old City, вернее Old Town. Так, это, по-моему, подхожу я к стадиону. Чербулулуй. Ну, кто же не знает улицу Чербулулуй. Надпись Брашов, она вообще со всех сторон видна. Вот этот Old Town.